Чувашии начались новогодние елки. В Театре оперы и балета собрали ребят, которые показали отличные результаты в учебе, спорте, стали призерами различных олимпиад. Это сегодня в хороводе снежинки, рыцари, сказочные персонажи. В жизни отличники, победители школьных, районных и республиканских олимпиад, спортсмены, активисты. Собирать перед Новым годом талантливых и одаренных в различных областях школьников – давняя традиция. Каждый год тема представления разная. В этом году главными героями, помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, стали бременские музыканты. Пятый год профессиональным артистам помогают студенты Института искусств. Наши студенты, преподаватели с удовольствием принимают в этом участие, потому что мы понимаем важность того, что для детей нужно создавать праздничную атмосферу. И очень важно, чтобы дети, хотя и взрослые, чтобы верили в волшебство, потому что вера помогает надеяться на лучшее и делает людей, конечно, добрее. Многие ребята первый раз не только в Театре оперы и балета, но и вообще в Чебоксарах. Ну а кто-то старался весь год, чтобы получить право опять побывать здесь. Я с другом приехала, он тоже отличник. На следующий год тоже постараюсь приехать. Было очень весело, и сказка была даже прикольная. Всех талантливых школьников республики театр сразу не вместил, так что представления будут идти несколько дней.